Всем привет! Сегодня я хочу вам показать рецепт салата с тунцом от шефа, который хорошо дополнит ваш ужин прекрасным летним вечером с бокалом белого вина. Рецепт довольно простой. Для него вам понадобится пекинская капуста, сладкий перец желтый и красный, красный салатный лук, чеснок, оливки или маслины, консервированный тунец и майонез для заправки. Нарезаем капусту, сладкий перец и красный лук. Старайтесь, чтобы было не сильно крупно. Затем в нарезанные овощи добавляем тунец, маслины, выдавливаем чеснок, заправляем это все майонезом. Тщательно перемешиваем, и салат готов. Приятного вам аппетита, хорошего вечера и до встречи!